Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Штрафуют ли автоинспекторы водителей за разговор по мобильному телефону? Да, конечно. В Кировской области с начала этого года было более 300 таких случаев, информирует ГИБДД. Размер взыскания составляет 1500 рублей. Госавтоинспекция напоминает, что отвлечение на телефон даже на пару секунд может привести к плачевным последствиям. Самый надежный способ обезопасить себя и других участников дорожного движения – припарковаться и спокойно поговорить. Трасса 101. Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой объявления водительской амнистии. Речь идет о списании всех штрафов за нарушение ПДД, кроме наказаний, которые предусмотрены за нетрезвое вождение и отказ от медицинского освидетельствования. Объясняют свое предложение парламентарии празднованием 75-летия Победы и распространением коронавируса. Трасса 101. Прогресс дошел и до Горьковского автозавода. Автомобили «Газель Next» уже в базовой комплектации стали оснащать подушкой безопасности водителя. Кроме того, машина получила и другие системы пассивной безопасности. Ремни с преднатяжителями, измененную конструкцию рулевого управления и приборной панели, многофункциональные токопередающие устройства и прочее. Электроника в момент столкновения теперь отключает подачу топлива в двигатель, чтобы избежать пожара. Трасса 101. В России успешно протестировали мобильное приложение для пешеходов, позволяющее продлить работу зеленой секции ближайшего пешеходного светофора. Прикоснулся к экрану гаджета, и все, можно спокойно идти. Разумеется, для этого придется внедрять и умные светофоры. Соответствующая работа может начаться в ближайшие 1-2 года. Трасса 101. Сбербанк таки запустил собственное мобильное приложение для продажи и покупки автомобилей, как подержанных, так и новых, у обычных граждан и юридических лиц. Сервис также позволяет застраховать транспортное средство и подать заявку на его покупку в кредит. Тем самым преследуется благая цель – упростить жизнь автомобилистов, избавить их от контакта с мутными продавцами. Также в крупных городах будет доступна услуга доставки машины до двери. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.